К другим темам. Экоактивисты и представители неправительственных организаций продолжают организованную на дороге Лачин-Ханкенди акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых Кызылбулак и Дамирли в Карабахе. Сегодня 54-й день акции. Как сообщает наш корреспондент Ильнур Тофик, сегодня также были созданы все условия для беспрепятственного передвижения в Лачин автотранспортных средств, принадлежащих российскому миротворческому контингенту и Международному комитету Красного Креста.